Доброе утро, моя любимая страна. А вот на манеже все больше и больше людей. К нам пришел помощник. Как зовут помощника? Костя. Костя. Костя, сосед Юлии. То Юля подбирала, теперь Костя перенял эстафету. Правильно воспитанные дети подключились. Вот, правильно воспитанные дети. Поэтому правильно воспитанные дети нашли вот такую кошку. Кошка истощена, поэтому сил много. Вопросов тоже много, поэтому назначили ей сейчас терапию. Через 2 дня ожидаем наших помощников для повторного визита и держим кулачки, чтобы все получилось. При этом история добрых дел, и вы, кто участвуете в этой истории, кто помогает, помогает сегодня нашим героям. Спасибо. И все услуги, как всегда, бесплатны. Спасибо. Поэтому идем вперед, и продолжение следует. При этом Юле зададим вопрос. А пила ли Юлия таблетки, которые я ей назначил для... Конечно, как же я могу конечно. Не пить ваше назначение? И какой результат в прямом эфире? Легче, конечно, легче. Значит, ветеринарные врачи лечат не только собак и кошек, но еще и людей. Да, поэтому Юлии тоже помогаем и будем кому подсказывать будем дальше. Кому мы будем доверять, как не вам? Вот такая вот помощь. Больше некому. Вот так. Все уехали отдыхать, как я всегда говорю, а только мы... Работаем. И вы остались. Поэтому идем вперед. Спасибо. И продолжение следует. Спасибо всем.